мне больше понравилась манго, потому что у него, как мне показалось, больше сладкий вкус. У него мне понравилось прям внутренность его, то есть сироп. И понравилось еще Марракеш с кофе. О, мне понравилось манговый со вкусом кофе. Я тоже очень люблю кофе. И манго. Манговое, оно было кислым, из-за этого играло с нотой пломбира. Короче, было вкусно. Мне больше всего понравилось бабл-гам. Вкус Каир – это мороженое со вкусом соленой карамели и с орехом. Марракеш. Я просто люблю кофе, и там, ну, кофейный вкус. Больше всего мне понравилось манговое. Не знаю, ну, оно такое с кислинкой, я не знаю. Оно должно быть, наверное, с кислинкой, что мне нравится ягода. То есть добавить какую-нибудь ягоду с кислинкой. Там жимолость, например, я люблю ее. Наверное, со вкусом мяты какой-нибудь. Может быть, со вкусом ежевики. Я бы добавил орехов и шоколада, так как это мои любимые ингредиенты. Я сделала какое-нибудь мороженое с сыром, какое-нибудь сливочное сырное мороженое. Должно быть какая-нибудь, ну, кислинка или что-то такое.